Так, всем добрый вечер. Меня зовут Ольга, и сегодня мы с вами знакомимся с смарт-контрактом EtherChain. Рассмотрим, давайте, что это такое за смарт-контракт. Самый основной момент, что это за смарт-контракт, это то, что он у нас полностью централизованный и организованный по прообразу сообщества. И фактически это фонд сообщества, который создан на технологиях блокчейн и смарт-контракт. На сегодняшний день это самая прозрачная и самая, ну скажем так, технически надежная система, которую мы имеем среди проектов в интернете, среди компаний в интернете. Значит, что такое смарт-контракт? Для тех, кто еще не совсем разобрался в этом. Это интеллектуальный протокол, развернутый в общедоступной цепочке платформы Ethereum. Проще говоря, это определенный набор команд, это программа, которая загружена на блокчейн эфириума. Какими же характеристиками она обладает? Прежде всего, смарт-контракт не подвержен коррупции, полностью исключен человеческий фактор, защищен от несанкционированного доступа, справедлив, открыт и прозрачен абсолютно для всех. Смарт-контракт EtherChain предназначен для предоставления поддержки каждому участнику этого вот независимого финансового фонда, который основан на технологии блокчейн и смарт-контракт. Когда мы вносим эфиры на адрес смарт-контракта в фонд, мы активируем программу и получаем 310% от вложенной суммы назад. Распределение происходит в соответствии с алгоритмом смарт-контракта. И поскольку наш смарт-контракт уже верифицирован и пройдена аудиторская проверка, то никаким изменениям уже нет места, они уже не могут быть. Смарт-контракт не может быть ни изменен, ни дополнен, и все функции, все параметры работают такими и будут работать дальше такими, как они заявлены. EtherChain на 100% децентрализован и организован в виде сообщества. В системе нет дополнительной прибыли. Это модель поддержки P2P, которая обеспечивает равноправность, прозрачность и справедливость для всех. Нет посредников, нет владельцев, нет взаимодействия между компанией и человеком. И это эффективно гарантирует справедливость абсолютно для всех участвующих партнеров. Именно вот в соответствии с правилами смарт-контракта, которые были изначально в нем прописаны. Это разумная, безопасная и лучшая модель финансовой поддержки, которая доступна на сегодняшний день. Как же работает EtherChain? А работает EtherChain таким образом. Сейчас, момент. Значит, когда мы вносим, присоединяемся к EtherChain и вносим в фонд определенную сумму, которую мы считаем необходимым, минимальная сумма 0,01 эфир, и после этого мы имеем право получить обратно 310% от своих инвестиций. Например, ваш взнос составляет 1 эфир, на выходе мы получаем 3,1 эфира. ROI 310% возвращается четырьмя способами. Один из них пассивный и три по маркетингу. Когда 310% накапливается любым из четырех способов, новый депозит надо будет сделать равным или большим предыдущего, чтобы продолжить получать помощь из фонда. 1% ежедневного ROI на ваш депозит, максимум 310 дней, это 100% пассивный доход. Чтобы его получать, не нужно никого приглашать, вы полностью получаете 100% пассивно, каждый день 1% на сумму вашего депозита. 10% комиссия от рефералов первой линии, это уже первый активный, так сказать, вид заработка за то, что вы помогаете росту фонда сообщества. Следующий вид активного заработка – это матчинг-комиссия для партнеров от ежедневного дохода ROI ваших партнеров. И третий активный вид дохода – это ежедневный рейтинг-пул 5%
от депозитов для лучших рекрутеров. Значит, 1% от дохода, вернее, от суммы вашего взноса, как я уже говорила, вы получаете по системному алгоритму ежедневно и до получения 310%. Если вы на полном пассиве работаете, значит, вы получаете ежедневно 1% 310 дней. Значит, смотрите, если вы делаете, допустим, депозит 5 эфиров, вы имеете право получить 15,5 эфира. И ежедневно вы будете получать 0,05 эфира до 310 дней, если на полном пассиве, либо до тех пор, пока этот максимальный лимит 310% не будет достигнут любым из трех способов. Это у нас первый вид дохода. Второй вид дохода у нас – это прямая комиссия от наших партнеров первой линии. Когда вы подключаете в первую линию своего партнера, вы получаете 10% от суммы депозита, который вносит ваш партнер. То есть это прямые партнерские депозиты. Если, допустим, вот ваш партнер сделал депозит 10 эфиров, вы получаете в качестве комиссии 1 эфир. 10% от суммы его депозита. И надо подчеркнуть то, что все комиссии включаются вот в эти 310%. То есть у нас лимит ограничен 310%. Как это дальше подробно работает, мы посмотрим немножко позже. И третий вид активного дохода – это наша ежедневная комиссия ROI. То есть ежедневный матчинг-бонус. На чем основан этот матчинг-бонус? На том, что вы получаете ежедневно процент от дохода ваших нижестоящих партнеров, от дохода этих ваших партнеров. Как он работает? Когда у вас в первой линии появляется один личник, один лично приглашенный человек, вам открывается один уровень на получение матчинг-бонуса, и вы получаете с первой линии 30%. Когда у вас появляется второй личник, вы уже имеете право получить матчинг-бонус с двух уровней. И так далее. Каждый лично приглашенный в вашей первой линии открывает вам следующий уровень по матчинг-бонусу. Итак, с первой по 15 линии у нас 15 линий на получение матчинг-бонуса. Это максимально. Значит, с первой линии матчинг-бонус у вас 30%, со второй линии по пятую линию 10%, с шестой линии по десятую линию 8% и с 11 по 15 линию 5%. То есть, еще раз повторюсь, матчинг-бонус – это доход от дохода ваших партнеров. Для того, чтобы получить максимально доход матчинг-бонуса с 15 линий, вам необходимо в вашей первой линии иметь 15 лично приглашенных. Кроме того, что в первой линии у вас неограниченное количество людей может быть привлечено. И со всех людей, которые у вас есть в первой линии, со всех их структур вы будете получать матчинг-бонус до 15 линий в глубину. Следующий вид активного дохода – это ежедневный топ-лидер-пул 5%. Значит, смотрите, каждый день 5% от всех поступающих на смарт-контракт эфиров добавляются в ежедневный топ-спонсор-пул. 10% от этого пула присуждается в качестве премии 4 топ-спонсорам, которые сделали наибольший объем в этот день. Оставшиеся 90% переносятся в пул на следующий день. Распределение вот этих 10%, которые берутся из этого пула, происходит таким образом. На первое место выделяется 40%, на второе 30%,
на третье 20 и на четвертое место это 10%. Так что самые активные партнеры, которые привлекают наибольшее количество депозитов, они получают очень хорошие премии. Как же функционирует депозит в системе EtherChain? Максимальные и минимальные лимиты цикла. Значит, смотрите, первый цикл, когда вы делаете свой первый депозит, регистрируетесь, минимальная сумма депозита – это 0,1 эфира. Максимальный депозит в первом цикле вы можете сделать до 10 эфиров. Выбираете любую сумму из этого диапазона от 0,1 до 10 эфиров. Когда вы достигаете уже в первом цикле 310% по своему первому депозиту, вам необходимо сделать следующий депозит, равный или больше предыдущего, но не больше 30 эфиров. Следующий третий цикл, опять делаете депозит, равный или больше, чем в предыдущем цикле, но не больше 90 эфиров. И четвертый цикл, и все последующие циклы, также делаются депозиты равные или больше, чем предыдущие, но не больше 200 эфиров. Для чего это сделано, вот такое постепенное нарастание сумм? Для того, чтобы не было перегрузки системы, чтобы наша система работала равномерно и стабильно, чтобы не было скачков. Идем дальше. Как вот происходит распределение фонда? Каков же алгоритм распределения? Смотрите, все деньги, которые поступают, все депозиты, которые поступают на адрес смарт-контракта, они располагаются в одном пуле, в общем, в таком вот бассейнике. Сюда идут новые депозиты от новых партнеров, повторные депозиты от партнеров, новые депозиты от вышестоящих партнеров. Все собирается в одном пуле. И этот пул общий, он распределяется таким образом. 1% идет на комиссию платформы. Это на содержание платформы, на содержание техподдержки и так далее, и на развитие нашей системы. 5% идет на ежедневный топ-спонсор пул. 10% идет на прямые реферальные комиссии. А вот 84% оставшиеся – это резерв для выплаты ежедневного ROI и реферальных комиссий. Все это можно прекрасно посмотреть на EtherScan, как это все прописано, и увидеть своими глазами. То есть здесь все абсолютно прозрачно, и все можно самому убедиться и посмотреть, как прописано в смарт-контракте. Итак, пройдемся еще раз по важным моментам. EtherChain – это проект, организованный по принципу сообщества, на 100% децентрализованный, P2P, все транзакции проходят через смарт-контракт. Второй момент. Каждый депозитный цикл составляет 310%. Следующий момент. Когда получено 310%, необходимо внести новый депозит, чтобы продолжить зарабатывать или получать любым из четырех способов. Следующий момент. Минимальный вход – это 0,1 эфира. Вход открыт для любых участников без ограничений. Еще очень важный момент. Для того, чтобы получать 1% от вашего депозита, вам не требуется приглашение рефералов. Все участники получают 1% ежедневно, 100% на пассиве. Если вы хотите увеличить скорость возврата вашего депозита, ваших 310%, вы можете приглашать новых партнеров, строить свою команду и помогая увеличивать и стимулировать работу сообщества через маркетинг и продвижение, вы убыстряете возвращение ваших 310% от вашего депозита. Это вот такие основные моменты, и в конце я хочу еще раз подчеркнуть, что смарт-контракт EtherChain – это полностью децентрализованный финансово, полностью прозрачный, полностью справедливый и полностью автоматизированный. И еще очень важный момент – смарт-контракт EtherChain, он верифицирован,
он прошел аудиторскую проверку. Аудиторская проверка подтвердила, что нету никаких бэкдоров, нету никаких лазеек для тех, кто мог бы залезть в, так сказать, в кошелек смарт-контракта и увести куда-либо деньги. И подтверждено также, что все заявленные вот эти вот функции, они действительно так и прописаны в смарт-контракте. То есть никаких изменений уже быть не может. Кроме того, еще хочу сказать, что буквально вот 2 дня назад, в понедельник, у нас стартовал наш второй проект. Второй смарт-контракт на блокчейне и на монете Tron. Он точно такой же технически, как и Etherchain, только не на эфире, а на монетке Tron. Кому интересно, также можете приходить на презентации.